Краснодарские трамваи сегодня пойдут по-новому. В городе временно изменится схема второго и четвертого маршрутов. Это связано с ремонтом трамвайного пути на перекрестке коммунаров и Ленина. Итак, двойка будет идти от улицы Декабристов до пересечения коммунаров и Гоголя, а затем развернется в районе вокзала Краснодар-1 и будет следовать обратно до улицы Декабристов. Что касается четверки, то она из комсомольского микрорайона пойдет до кооперативного рынка, а затем продолжит путь по коммунаров и офицерской до разворотного кольца на пересечении улицы 40 лет Победы и улицы колхозной изменения вступили в силу сегодня в 22 часа и будут действовать до 5 утра 7 марта сообщают в городском трамвай на троллейбусном управлении